Карагандинской области проходят гонки с препятствиями на бронетранспортерах. В учебном центре поселка Карабас стартовал второй этап конкурса осмотра на звание лучшего водителя и экипажа БТР-80. В соревнованиях принимают участие команды 9 воинских частей Казахстана. В различных условиях местности они преодолевают препятствия и стреляют по мишеням. Цель таких учений – совершенствовать навыки личного состава по вождению боевых машин. В результате состязания будет определен лучший экипаж бронетранспортера регионального командования и лучший водитель автомобиля, которые в дальнейшем примут участие в республиканских состязаниях в масштабах Национальной гвардии.